человек, призер двух олимпиад, чемпион мира по боксею, мегапилот Александр Зубков, представляющий Иркутскую область, представляющий Мордовию. А как же иначе? Большая команда, большая страна. Вместе с Владимиром Путиным, Виталий Георгиевич Смирнов, конечно же, легендарный Сергей Смирнов, наши выдающиеся хоккеисты, Владимир Петров, Борис Михайлов, Ирина Скворцова рядом с президентом, человек, который получил такую серьезную травму в соревнованиях по боксею, но она здесь с нами, мы ей передаем горячий привет, фантастическая девушка. И наша команда, друзья, 225% представителей всех. А там вот эта миниатюрная женщина, женщина великая, Тамара Николаевна Мускина, грандиозный тренер по фигурному катанию, Анечка Сидорова, красавица из нашей сборной по кёрлингу. Ребята, удачи вам! Парад спортсменов, конечно, здесь официальные лица, и врачи, и массажисты, но в любом случае, безусловно, мы желаем удачи. Красавцу Зубкову хочу отдельно сказать, армейца, он из Братска сам. Хочу сказать, что многодетный отец, у него, кстати, супруга Татьяна, личный тренер. Отец Дольна Тарасова, Андрей Трестов, Ипан Петрович Веденев, Галина Кулакова, Дмитрий Медведев. Рядом с премьер-министром Александром Тихоновым, Александр Горшков. Вы посмотрите, какие люди. Борис Майоров на трибунах. Какая мощная энергетика сейчас на этом стадионе. Знаешь, вот я хочу сказать, что сейчас так придыхание, но вот... В этом перечислении грандиозных имен, мне кажется, протокола может и не придерживаться. Честно. Ну вот честно. Я сама сейчас стою и аплодирую нашим спортсменам. Владимир Путин, Дмитрий Медведев, и какие люди рядом с ними? Этими спортсменами, Дима, мы будем гордиться всегда, независимо от количества медалей. Знаешь, я разговаривал с нашей Дубковым, показывали нашим российским делегатам, ну понятно, что руководитель Международного олимпийского комитета рядом с Владимиром Путиным, что он пахнет, между прочим, олимпийский чемпион и товарищ. Я хочу сказать, что Зубков по поводу суеверия. Мы люди не суеверные, говорит он. Но можно устать, так сказать, да что за ерунда, это такая большая честь. Я тренируюсь, я сделаю максимум для того, чтобы в двойках и четверках выступить достойно. Призер двух олимпиад, наш знаменосец. Фигура харизматичная, впервые в истории спорта. Спорта российского, у нас буквистый топ-флаг. Это гордо. Мы с Сашей друзья, и я за него очень рад. Было у Ракио, а как еще иначе? И нас не догонят, тоже хочет. Такая символичная песня звучит в единственной группе Тату. Ловко совмещенная с гимном группы Queen. Мы чемпионы. В общем, музыка у нас сегодня на любой вкус и без цветов радуги. Я думаю, что касается We Are The Champions, то что-то мне подсказывает не раз это будет звучать гимн уже после завершения. А сейчас вот перед стартами We Will Rock You. We Will Rock You. Absolutely. Представляешь, какое сейчас единение всей нашей страны. Вот такое событие объединяет всех россиян, которых снова просыпается патриотизм. Аплодируем все без исключения. Борис Александрович Майоров, легендарный капитан Тарасовской сборной, спартаковец, задумчиво смотрит и думает, что завтра, когда приедут наши хоккеисты, они очень сильно постараются. Вот она, наша сборная, наша команда. Ну и понятно, что спортивное Подмосковье, вместо города Чехова, приветствуют. Со всех регионов приехали люди. Сильные, застенчивые, но наши любимые спортсмены. Мне кажется, что это не надо воспринимать слишком буквально. Мне кажется, в этом есть какая-то
каждый вот в едином порыве. Конечно, мы должны сработать как команда. Команда молодая. Команда не только перспективная, способная решать задачи. И снова, но ты посмотри. Наталья Бексимьянова, боже мой, какие люди. Александр Тихонов, лучший биатлонист 20-го столетия, четырехкратный олимпийский чемпион с знаменосец, между прочим.